Молодые самцы сбрасывают рога. При глубоких снегах ведут оседлую жизнь. Придерживается больше осинников и рек около болот. Во время наста стоит в чащах. Начинают показываться рога и линять бока. Рога достигают настоящей величины и начинают твердеть. В Прибалтике и в Южной Сибири лосиха в конце месяца начинает телиться. Большая часть самок начинает телиться в лугах или болотистой чаще. Быки держатся около болот и рек. Молодые прошлогодние лосята ходят отдельно в мелколесьях. Держатся у воды в самых глубоких и болотистых местах. Кожа на рогах осыхает, и рога начинают окостевать. Лосята всюду ходят с маткой. Также держатся в болотистых чащах и речках. Рога окончательно отвердевают. В юго-западных областях в конце месяца начинается гон. В первой половине самцы начинают реветь. Сначала начинают реветь молодые. По окончанию гона самцы уходят чаще. В более южных местах гон заканчивается. Начинают ходить больше в осинниках и ивниках. Кочуют всюду, преимущественно в лиственном мелколесье. Начинают сбрасывать рога. Продолжает сбрасывать рога. В глубокий снег обычно стоит в осинниках. Ходит больше в сильные морозы и в ясные дни. Также, дорогие друзья, не забываем подписаться, поставить лайк, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.